Когда мы избавимся от обиды, то тогда наша жизнь станет прекрасной. Я сам прожил, я вам говорил, вот, опыт мой. Когда вот у меня пришло, вот, казалось бы, просто, но, наверное, много времени нужно было до этого. Когда я осознал, что я прочувствовал, что я душа. И вот я вам сейчас, ну, приблизительно говорил то, что наговаривал вам, когда вы были закрытыми глазами, то, что я делал. Я закрыл глаза, я стоял стоя и вот расслабился. Я представил, что вот, ну, я как вот душа, энергия отделился от этого тела. Я отделился от этого тела, и я начал смотреть, вот так, смотрю так вот эту квартиру свою, там, что я говорю про компьютер, ну там у меня компьютер мне очень ценный, там у меня куча всякой информации, которая для меня очень важна, и типа, ну как это можно потерять сейчас, когда думаешь, ну бэкап не сделал, вдруг компьютер накрылся, даже мама дорогая, сколько работы. И, то есть, я поэтому проверялся, поэтому, да, как бы, и я такой, смотрю на это все, и представляю, что я вот уже, вот, ну, я полетел уже, я поехал, я дальше пошел на Богу, поехал в другие места, я уже не вернусь к этому, но перед тем, как уйти, я посмотрел все вокруг, какое мое ощущение, могу ли я это все вот так вот оставить?